Есть нечто странное в том, что незнакомые люди вынуждены проводить многие дни вместе. Хотя их объединяет лишь желание переместиться из одного места в другое и никогда больше не видеться. В этом поезде витает дух зла. Один из пассажиров мертв. Все-таки до него добрались. Вы полагаете, его убили? Нет. Просто он ничем не болел. А вот враги у него были. Это верно. Он был убит. Боже, убийство здесь? Мир его праху. Кто-то обшаривал мое купе посреди ночи. Никто меня не слушает. Раз было убийство... Что происходит? То есть и убийца. Этот убийца среди нас. И каждый из вас под подозрением. А кто вы такой? Меня зовут Эркюль Пуаро. И, пожалуй, я величайший детектив в мире.